Мечети Махачкалы не причастны к музыке, которая звучала сегодня в городе. В соцсетях активно распространялись видеоролики, на которых видно, что из динамиков минарета в мечети звучат песни военных лет. Все это вызвало широкий резонанс со стороны общественности. Инцидент прокомментировал председатель муфтията республики Шамиль Алиханов. Дорогие дагестанцы, в социальных сетях массово распространяются видеоролики, где якобы с минарета в мечети звучат военные песни. Заверяем вас, что к включенной музыке муфтия Дагестана и администрации мечети никакого отношения не имеет. Песни звучали с рупоров МЧС республики, которые были установлены на минаретах по просьбе министерства для сообщений в случае чрезвычайных ситуаций и для блага населения. Официально заявляем, что с муфтиатом Дагестана не было согласовано использование рупоров в данных целях. Еще хочется напомнить всем нам о недопустимости распространения недостоверной информации, которая влечет за собой неприятные последствия. Желаем всем мира и добра. В свою очередь, в МЧС Дагестана признали ситуацию с включением музыки в мечетях ошибкой. В ведомстве объяснили, что песни военных лет включали в 106 различных объектах в городах республики, а использование мечети в этом случае не предполагалось. Также в министерстве извинились перед дагестанцами за оскорбление чувств верующих.